В парке культуры и отдыха Красноярского городского поселения 23 сентября состоялось долгожданное знаменательное событие – освящение фундамента будущего православного храма Пресвятой Троицы. Много было споров среди жителей, где стоять в новой церкви. Наконец-то прихожане пришли к единому решению – строить неподалеку от того места, где когда-то уже стоял храм и возле которого несколько лет назад при планировке парка был обнаружен склеп с дворянским захоронением. Чтобы не разрушать подземные части, новую стройку чуть-чуть сместили. Установили деревянный крест, закрепив его основание грудой камней. Фундамент будущего дома Бога благочинный отец Александр, отец Сергий и отец Михаил под сопровождение приличествующих особому случаю молитв певчих Жиренского храма Святого Духа Утешителя замуровали свиток с молитвой и особый камень на благополучие храма. Вышний основа сию церковь, Бог посреди я и не подвижется, поможет Бог утро за утром. Благословенно и знаменно на буде место сие в дом молитвенный, честь и славу Бога в Богу, строите святей славимого Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, я как зову. Господи, я как зову. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Основание благому делу положено. Но еще ох, как много трудов и молитвенных, и физических предстоит красноярцам и жителям соседних сел, чтобы задуманное исполнилось. Крестным ходом ведут священнослужители свою паству вокруг стройки. Великий всесильный ритуал – коленопреклоненная молитва. И прихожане, и священнослужители молятся об одном – о благословении трудов в возведении церкви. Строя церковь, человек заботится о душе, учится любить ближнего, как самого себя, прощать и принимать других со всеми их слабостями и недостатками, борется с искушениями и обретает силу в триединстве веры. Елена Акимова, Алексей Доронин, 49-й канал, Красный Яр, Новости.